Пока зрители в предвкушении положительных эмоций от представления заполняют зал, за кулисами и в гримерках артистов волнительная атмосфера. Еще бы, ведь творческий вечер руководителя Республиканского русского театра драмы и комедии Хасана Биджиева посвящен присвоению ему самого главного для любого артиста звания – народный артист Российской Федерации. Правда, соответствующий указ президента Путина был подписан еще в прошлом году. Некогда было, в силу разных обстоятельств, просто так вот подвели, сейчас заканчивается сезон театральный, и мы как бы заканчиваем праздником это. Будут отрывки из спектаклей, которые я поставил, ну, возможно, будет отрывок из фильма, который я поставил художник, там, где народный артист России снят, Любшин, Нина Русланова, Ирина Муравьева, ну и Галина Польских. Вот такие актеры у меня снимались когда-то, но я думал, что будет интересно. Хасан Биджиев родился в Южно-Казахстанской области в 1950 году. Окончил актерский факультет Тбилисского театрального института, работал актером Карачаевского драматического театра. Затем в 1984 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа и, закончив его с отличием, работал главным режиссером Карачаевского национального театра. Русский театр драмы и комедии Карачаева-Черкесии Хасан Якубович возглавил с 2002 года. Он мой первый педагог. 27 лет он преподавал, значит, сценическое движение, сценическую речь и актерское мастерство актера преподавал и меня. Вот сейчас я у него прошу, упрашиваю, давай по старинке вспомни былое и поставь в Карачаевском театре спектакль. Да, конечно, он достоин этого звания давно, потому что это звание не каждому дается. Он выступает даже как переводчик выступает. Он сам артист, режиссер и руководитель. Так что нам бы таких ребят, таких людей почаще бы, ну, много, чтобы это самое наше театральное искусство Карачаево-Черкесии, чтобы она была на высшем уровне. Надо сказать, что заслуги Хасана Биджиева в области культуры и искусства уже были отмечены на государственном уровне. Еще в 1995 году он получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а теперь он еще и народный. Правительство Карачаево-Черкесской Республики награждает Биджиева Хасана Якубовича, директора Республиканского государственного бюджетного учреждения «Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики» за заслуги в области искусства, активное участие в культурных мероприятиях на территории России, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Я бы хотел сказать, что, конечно, для Хасана Якубовича, я думаю, что мы хотим и вместе с вами пожелать ему много сил, много здоровья, потому что самое главное, я думаю, что человек должен иметь на вот таком месте чувство ответственности перед тем, что было сделано, что делается сейчас в театре, и я уверен, то, что будет делаться. Прикоснуться и еще раз оценить то, что делают сейчас актеры Республиканского русского театра драмы и комедии, присутствующие на творческом вечере смогли тут же. Отрывок из спектакля «Представление Гамлета» в селе Нижняя Мордуша, поставленного Хасаном Биджиевым на грант главы КЧР, не только никого не оставил равнодушным, но и заставил быть максимально сопричастным к происходящему, так как актеры, задействованные в спектакле согласно замыслу, находились прямо в зрительном зале. Культурные люди. Да? Они, например, должны нарядиться, на сцену выйти, представлять. Вот где вы найдете? Да, где? А, где вы возьмете? А? Хоть бы раз что-нибудь толковое сделали, а то только уболтаете. Товарищи, товарищи, Бурные аплодисменты – лучшая награда для любого артиста. Ну и, конечно, цветы и подарки виновнику торжества в этот вечер преподносили многократно. За утверждение духовных ценностей председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев вручил Хасану Биджиеву орден организации, а мэр Карачаевского городского округа Руслан Тикеев озвучил решение о присвоении Хасану Якубовичу звания почетный гражданин города Карачаевска. Ну а с подарками для широкой души мастера сцены выступили творческие коллективы и исполнители Карачаева-Черкесии. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.